Работаю в пожарке. Поступает нам вызов. Типа хата горит. По такому-то адресу. Выезжаем. Выбиваем окна, двери и тушим. Реально, мало что спасти удалось. Обои и те, если не сгорели, то закоптили все. Что там про мебель говорить? Вроде все побороли. Валим на выход. Проходим мимо ванны. Судя по звукам, там есть кто-то. Взламываем дверь. Пипец. Там чел в ванной плещется, обдолбанный в говно. Учат резиновых купает и болтает с ними. Мы в шоке. Он тоже. Завернулся в полотенце, выходит, осматривая сгоревшие закопченные стены, и вот что он так выдает. Бля, нихера себе мне тут натоптали. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не иссякал энтузиазм записывать новые смешные видосики.